Челябинская иномарка столкнулась с машиной полиции, сопровождающей колонну спецтехники. ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Королева и братьев Каширинах. Как рассказал очевидец происшествия, автомобиль Volkswagen Polo ехал со стороны университетской набережной. В это время по братьев Каширинах двигалась колонна спецтехники, проводившей дезинфекцию дороги. Колонну сопровождали два полицейских автомобиля. Volkswagen выехал на перекресток и столкнулся со Шкодой служителей закона. Серая Камри потихонечку сопровождала колонну, а Шкода Октавия резко двинулась вперед. Ускорилась, да? То есть, чтобы... Сильно ускорилась. Для чего? Считайте. Ну, я думаю, что перекрыть перекресток вот этот вот. Здесь стоял регулировщик и водитель, который двигался со стороны набережной. На жест регулировщика отреагировал, как и положено по правилам. Продолжил движение. Впрочем, в УВД Челябинска рассказали, водитель машины Volkswagen Polo не выполнил требования регулировщика и выехал на запрещающий сигнал, а потом совершил столкновение с машиной ГИБДД. Пострадавших нет, у обоих автомобилей механические повреждения. На место прибыли сотрудники ГИБДД для оформления аварии, а спецтехника продолжила обработку улиц.